Героев-фронтовиков чествовали в администрации «Орла». Юбилейные награды в этот день получили несколько десятков ветеранов и тружеников тыла. Медалями 70 лет победы в Великой Отечественной войне ветеранов наградил мэр города Орла Сергей Ступин. Свои поздравления в этот день произнес и депутат Госдумы Василий Конников. Мы возвышаем свой голос за историческую правду, за то, что в той битве решающую роль в победе сыграл советский солдат, советская экономика и советский и русский дух. От имени всех жителей города я хочу сказать вам огромное спасибо за ваш жизненный подвиг. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и низких поклонов.